Байкерша. Поворачивай. Хотите присесть? Ручку надо на себя. Вниз. Как на холодильнике. Вниз. Нет, закрыто все. Океанариум, знаете? Вот. Монстр. Нет. Чужие. Давай с паучком. Нет. Да. Класс. А, кстати, если кто-то едет в кабардинку, то не едет, то сразу не обижается. А если он ночью оживает? Вообще не оживает. Ты боишься боих больших пауков? Шевелится. Это я его шевелю. Нет, глянь, он сейчас оживет. Ну как, помнишь его? Вспомнила? Помню. Дружка твоего любимого. Секир, башка. А? Для кукольного домика. Глянь, тут еще котик есть с лесенкой. Смотри. Для моего малыша, например, да? Да. И шторки? Посади его на балкончик. Вот так вот. Да. Класс? Да. О, досточки из можжевельника. Так и знал, что тебя заинтересует. Кира. Кира. Глянь, тут написано Кира. Браслет с твоим именем. Можно мне? Узнавай, сколько стоит. Браслет 100 рублей. Из дерева. Точно, брат? Точно. Или тату? Тату. Не надо браслет. Тату? Готово? Ну. Точно готово? Ну, Макар. Полина, Рая. Что такое? Телеграмма? Да. Рыба красивая. Это вообще не фонтан. Ну да, зато глянь, рыбка какая. Игла вот эта вот, помнишь, мы ее брали, она такая классная. Она соленая была. Вот судачок. Красный окунь будет вкусный, или как он называется? Барабулька? Масурка. Ага. Там есть... Это не хороший. Худенькая такая, голодная, наверное. Голодненькая, да. А ну, поверни ее сюда. Еды принесем, еды принесем.
Отрежем ей мяско чуть-чуть. Ну давайте, давайте, пожалуйста. Пожалуйста, давайте ей мяско отрежем. Пойдем. Пожалуйста. Брысь отсюда, Вася. Не брызну. Все, это теперь твоя кошечка, она тебя любит. Пойдем, здесь. Куда пойдем? Я хочу ей еды дать. Ты в Москву с собой возьмешь? Пойдем. Хотя бы маленький кусочек отрежь. Если будет где-то попадаться кошачий корм, ты ей купишь. Пойдем. Пойдем, она за тобой пойдет. Пошли. Не надо, чтобы она шла. Она здесь живет.